Приветствую вас на канале Hard Reset Info, и сегодня я вам покажу, как в устройство Asus Zenfone Max M2 вставить сим-карту и карту памяти. Чтобы это сделать, вам понадобится какой-нибудь тонкий острый предмет, типа иголки, и нужно просунуть его вот в эту дырку, чтобы достать слот для сим-карты и карты сим. И карты памяти. Сюда вкладываем карту памяти и сюда вкладываем сим-карту. И так их вставляем вовнутрь телефона. И как вы видите, карту памяти читает, просит ввести пин-код. И на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки и пока.